рабочей поездкой в Амурском районе побывал министр культуры Хабаровского края Александр Федосов. Министр культуры Александр Федосов совместно с начальником отдела культуры и искусства администрации Амурского муниципального района Михаилом Иголкиным посетили учреждение культуры Эльбанского городского поселения, Центр славянской культуры «Родник», руководитель Татьяна Дворецкая, Дом культуры «Восход», руководитель Ольга Лисенкова, Детскую школу искусств, руководитель Елена Шлинкова, и Центральную библиотеку поселка Эльбан, руководитель Светлана Куприкова. Александр Федосов отметил положительную динамику развития учреждений культуры поселка Эльбан. Руководители учреждения рассказали министру о работе подведомственных учреждений в современных условиях, об укреплении материальной базы, о формировании бюджета на 2015 год. В Доме культуры «Восход» ведется ремонт зрительного зала. Необходимо приобрести новые театральные кресла в количестве 300 штук. В Школе искусств и Центральной библиотеке закончена реконструкция и установлена новая скатная крыша. Ведутся ремонтные работы помещений учреждений. Министр культуры осведомил о повышении заработной платы работников культуры Хабаровского края в соответствии с мероприятиями дорожной карты, о формировании библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе краевыми изданиями. Определил задачи по подготовке к празднованию 70-летия Победы в 2015 году.